Итак, четвертый день полетов. Это Краснодар, Учхоз. Такое впереди поле. Интересное поле футбольное. Притащил я сюда с собой дрон и хочу сейчас вот в те ворота повлетать и вокруг себя облетать. Немного поменялись настройки на дроне, и мне стало на низком газу его легче им маневрировать, легче управлять, поэтому, может быть, что-то интересного с этого и получится. Погнали.